В городском округе Химки стартовала первая в этом году акция «Сохрани себе жизнь». Такие мероприятия проходят во всех муниципалитетах Московской области регулярно. Их главная задача – снизить травматизм на железной дороге. В течение 2022 года на территории городского округа Химки произошло 4 смертельных случая. В 2023 году на территории городского округа Химки произошло 2 смертельных случая на объектах железнодорожной инфраструктуры. В течение 2024 года смертельных случаев не произошло. Надеемся, что и не произойдет. Бегать по железнодорожным путям опасно, залезать на платформы категорически запрещено. Об этих простых и избитых правилах поведения вновь напомнили пассажирам волонтеры городского округа Химки и казаки. Такую профилактическую работу специалисты проводят еженедельно. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.